добрый день, с вами ДСР и игра Need for Speed Most Wanted 2. Недавно вышедшая, но еще не так уж прославившаяся. Так, начнем, пожалуй. Смысл таков. Здесь. Пока начну ехать. Забыл, чтобы в этом джойстике не пошло. Левый на джойстике с аналогами, кнопки не работают. Новая функция. К примеру, угон машин. Вот Land Rover. Подъезжайте к ней. Вот вы видите надпись. Смените авто. Нажимаем. И все, вы на этой машине. Тюнинг такой показывается. Ну, не лучше на Корвете. Также есть, добавили Easy Drive. Это такая функция. Доходит сюда, здесь можно заходить в гонки, тюнинг машин, смена авто. И машины Most Wanted, но это боссов машины. Смена авто. Но я здесь просто уже поугонял машину. Если вы угнали машину, то она у вас здесь. Вы можете в любое время зайти. Но здесь такая машина есть, которая меня убила. Мне недавно пацаны рассказали про эту машину, но я не поверил. Называется Маруся. Вот она как раз. Заходим. И она здесь почему-то есть. Я когда ее увидел, я чуть не офигел. Так, сейчас. Вот, Маруся B2. Едем. Опробуем Марусю. Креатизм так и блещет, блин. Особенно по ее виду. А, ну да, здесь полная разрушаемость. Так что и не шикуйте особо. Но здесь оставили одну функцию. Называется гонки с ментами. Это самое веселое, по-моему. Разгоняетесь, бьете его сзади и валите. Гонки с ментами, они просто повеселее будут. Гасим их. Да, разрушаемость полная. Вы видите, что Маруси уже трындец настал. Ламборджини уже ухнул на Галарду. Вот такая вот штука, вот эта. Она чинит машину, ну и перекрашивает. Эмблема у нее зеленый гаечный ключ, который вы видите. Который отметил. О, новая тачка. Блин! То я не открывал, ну ладно. Смысл, если вы задержаны, то это не страшно. Я вообще не понимаю, зачем они тогда гонятся за вами. Потому что ничего не происходит. Вот, все. Ничего не уменьшается. Очки, которые вам обязательны для босса, которые были, не убираются. Машины не конфисковываются. Ничего не происходит вообще. Зачем тогда? Мне просто интересно. Ну, сейчас попробуем показать вам гонку у нас. А, вот, Шевроле. Шевроле. Сейчас прогрузится. Заходим в гонку. Вроде ничего такого больше нету. Да вы издеваетесь. Же эта гонка открыта. Вот, начали гонку. Заходите в гонку. И начинаете беспределить. Но не забывайте, что у вас полная разрушаемость. И в новом Most Wanted добавили такую функцию, что вы можете не туда попасть. Ограничений нету. По вождению. Видео. Каждая машина.
уровень сложности зависит от видео. Они каждый раз разные. Когда я на Форде на одном проехался, на джипе, я чуть не офигел. Там вообще какой-то наркоманский беспредел. Вот. Обычная гонка. Можете бортовать. Сетевой только это не делайте, а то люди это не любят. Вот он, ботов не жалко. Ой-ой-ой. Крутазер сопут. Едем по отметкам. Главное, чтобы туда свернуть. А то можете не туда свернуть, потом капут. О, у меня же за кисяшота есть, забыл. За кисяшота, нормально. Боты, как вы видите, тоже бортуют. Им глубоко на ваше желание насрать. Ну, простите, что я так плохо езжу, просто... Я в гонке вообще не езжу. В гонке не играю чаще всего. Просто так довелось. Решил вспомнить старое. Но не вспомнил, потому что Most Wanted первый. На очень много этажей выше, чем это говно. Мне не особо понравилось. Я даже отметку поставлю 4 из 10. По-моему. Здесь только одно весело. Полная разрушаемость. Больше меня ничего не заинтересовало, честно. Фанатам предыдущих частей, говорю сразу вам, эта игра не особо понравится. Я прошел Most Wanted. Я прошел, само собой, этот... Как называть-то, блин? Карбон, во! Эптерсил, и т.д. и т.п. Shift. А вот это ужас. Эта часть вообще ни в каком месте не была. Хотя хоть персил выше, как -то тоже. Но... Я вообще индеграунд люблю, но стало пофигу мне. Приехал третий, но не столь важно, я говорил, не особо любитель я гонок. Ну, надеюсь, вам что-нибудь поучительное показал. Хотя в каком месте, не сам не пойму. Ну, зато будете знать, скачивать эту игру или нет. Кстати, вам все открыто с самого начала. Всем удачи, до свидания. Надеюсь, вам было интересно. Если что, заходите на наш сайт rhd-home.yukos.ru. Там найдите раздел топ-игр. Там буду я. И у нас еще есть несколько разделов по интересам. К примеру, Task Team, где Денис будет рассказывать... Точнее, Демон будет рассказывать о русских машинах и о фильм. И есть раздел фильмы. Это объяснять не надо. Всем удачи, пока!